Всем привет, парни. Очередная работа. И нож получился так, что он был сделан для моего сына Кирилла. Всем привет. Да, он получается сделан, собран, вернее, на клинке вот такого плана. Здесь длина 9 сантиметров и 9,5 рукоятка. Сам носик, он, сам клинок, он задран вверх. Это не посадка именно его, а именно здесь носик идет кверху. Вот такие вот долы. Рукоять Ironwood. И по заказу моего сына сделаны вот такие вот ножны. В виде рыбы таймень, которая водится, по-моему, в монгольских реках. Где-то там в районе, возле Казахстана. Вот такая вот таймень получилась у меня. Это исключительно его заказ. Нож ему очень понравился. Ребенок его с рук не выпускает. Так же самая раскраска, как шов, хвостик красный. Это все подобие вот этой рыбки, которую мы видели. В общем, ребят, вот такой ножик. Сейчас там более нормальное освещение будет. Я покажу дальше в видео фотографии, видео подробное ножа. Вот-вот. В принципе, теперь мой сын еще укомплектован еще одним ножом. Всем спасибо за просмотр. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.